Здравствуйте, в эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. В начале выпуска коротко о главном. Сегодня зачитали обвинительные заключения по делу Серика Ахметова. Когда и чем закончится одно из громких коррупционных дел этого года? Почему карагандинка более 8 лет не может отсудить свои законные квадратные метры? И за что Балапан Кашкеева хочет наказать работников акимата? Готова ли шахтерская столица к отопительному сезону? Смотрите в материале наших корреспондентов. Семейный бизнес Ахметовых сегодня рассматривали в суде Караганды. Обвинительное заключение по делу в отношении экс-премьера и других бывших высокопоставленных чиновников областного и республиканского уровня, состоящее из более чем 230 листов, зачитывают сразу несколько государственных обвинителей. В Карагандинском суде продолжился судебный процесс в отношении бывшего руководства Карагандинской области и Караганды. С обвинительной речью сначала выступил прокурор Диар Адилов. По мнению прокуратуры, экс-премьер, используя свое должностное положение, занимался развитием семейного бизнеса Ахметовых. Как следует из материалов дела, после ликвидации троллейбусного парка в целях улучшения эстетического вида города Караганды отделом ЖКХ разработана программа освещения центральных улиц, предусматривающая демонтаж и замену существующих троллейбусов. Троллейбусных траверсов и бетонных опор наружного освещения на польские опоры из стекловолокна, металлопластика и алюминия с заводским покрытием. На реализацию программы в феврале 2011 года из местного бюджета было выделено 100 миллионов тенге. Строительно-монтажные работы и поставки материалов было осуществлено по локальным сметам, разработанным по эффективным коммерческим предложениям по старцам с различными ценами. Тем самым Ахметов нарушение закона Республики Казахстан о том, что предоставил Торсервис плюс Астана преимущественное право реализации материалов и выполнения подрядных работ, которые поставили предприятие положение относительно конкурентов и создало дискриминационные условия деятельности хозяйства субъекта, оказывающим аналогичный вид работ на территории города Караганды, что обеспечило получение товарищного дохода в размере 114 миллионов тенге. Прокурор пояснил, что соучредителем предприятия «Стальцинк» является его сын Данияр Ахметов, а заместителем директора его брат Берик Ахметов. Компания оказывает услуги горячего цинкования металлических изделий. Гособвинитель также рассказал, что 9 июня 2011 года предприятие Ахметова заключило с ГКП «Горсвет» договор за номером 145 на 100 миллионов тенге. Кроме того, преступные действия Ахметова, совершенные в соучастии с Артишем Смакулом Жакеновым, повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в подрыве авторитета государственной власти в глазах народа Казахстана, а также причинили материальный ущерб государству на сумму 50 миллионов тенге. Всего за период с 11 по 13 года в результате преступных действий Ахметова, Артишева, Смакулова и Жакенова государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 201 миллион тенге. Напомним, что в понедельник 10 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Карагандинской области прокуроры начали зачитывать обвинительное заключение. Оно состоит из 4 томов и займет по времени несколько дней. В течение недели суд будет заслушивать показания многочисленных свидетелей. Николай Кравец, Сергей Высокосов, Жасулан Макубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинка Балапан Кашкеева выиграла судебный процесс против акимата города Караганды. По ее словам, чиновники из жилищной инспекции пытались незаконно отобрать у нее квартиру. Судебные тяжбы длительностью 8 лет доставили жительнице испорченные нервы и материальный ущерб в 10 тысяч долларов. На судебном процессе интересы Балапан Кашкеевой защищали два законных представителя. По ее словам, такая мера самозащиты вынужденная, ведь история с судебными тяжбами тянется с 2007 года. Именно тогда карагандинка купила квартиру в Пришахтинске. Но радость владелицы была недолгой. Со слов Балапан, вскоре в ее квадратные метры вторглись незнакомые люди. Нагло обосновавшись в ней, освобождать ее не собирались. Ссылались на устную сделку с какой-то неведомой хозяйкой жилья. Прихожу в эту квартиру, там жу, дверь не могла открыть, и там это, ну, соседям говорят, да здесь живут, говорят, другие люди. Ну, и потом обратилась в милицию, вот этот Кировский отдел полиции.
Но обращения в различные инстанции не дали результатов. Суд иски Кашкеевой оставлял без движения. Тогда у женщины нанять адвоката денег не хватало. Ведь несмотря на то, что она в квартире не жила, счета за коммунальные услуги и налоги платила исправно. В последующем мнимые хозяева жилья перепродали ее третьему лицу. Однако и тут устно. Но в этом году на квадратные метры стал претендовать и акимат города. Также председатель иска пояснил, что ответчика она не знает. Данная квартира никогда не появлялась. В этой связи я полагаю, есть все законы основания для прекращения правосудности и передачи квартиры в коммунальную собственность. Суд сегодня вынес решение в пользу Балапан Кашкеевой. Но победившая сторона радоваться не спешит. Их возмущает позиция работников жилищной инспекции. Мы просили, требовали вынести частное постановление в адрес именно акимат города Караганды, так как это неоднократно уже у них происходит, вот такие. Вот они где-то что-то услышали там, и вот без всяких оснований, без подтверждающих документов подают иск в суд. Балапан Кашкеева и ее законные представители хотят уберечь остальных граждан от незаконных притязаний чиновников на чью-то собственность. Поэтому намерены писать жалобы на сотрудников акимата. Ведь за все время судебных тяжб карагандинке пришлось потратить около 10 тысяч долларов. Айя Мамрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В текущем году великому казахскому кюише Татимбету Казангапулы исполняется 200 лет. В связи с юбилейной датой в нашем городе будет проведен 6-й республиканский конкурс музыкантов. Сегодня в областном акимате обсудили организационные моменты праздника и подсчитали расходы. По словам представителя областного управления культуры, на республиканский конкурс, посвященный 200-летию знаменитого Татимбета Казангапулы, в этом году будут приглашены судьи из соседних стран. Аким области Нурмухамбет Абдибеков лично ознакомился с ходом подготовки. Правда, отчет пока только устный. В составе жюри будут участвовать профессор и музыковед Кембриджского университета Великобритании Султан Разия, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сеуш Керимов, известный пианист Андрей Матвиевский, ректор Казахской национальной музыкальной академии Айман Мусахаджаева и многие другие заслуженные люди. По словам докладчика, 3 и 4 сентября в Шетском районе пройдет фестиваль Кюя. Еще один концерт состоится в ноябре в городе Каркарлинск. А 6-й республиканский конкурс, о котором в основном и шла речь, должна стать национальным брендом, на что глава региона Нурмухамбет Абдибеков призвал чиновников быть экономичнее. Совсем недавно наш президент сделал обращение ко всем, призывая быть благоразумными в тратах. Поэтому, я считаю, торжество проводить, конечно, надо, но нужно хорошенько все продумать. Подводя итоги заседания, руководитель управления культуры Еркебулан Агымбаев отметил, уважение к Татимбету Казангапулы нужно проявлять не только в преддверии праздника. Его шедевры необходимо рекламировать, а сделать это можно лишь через такие мероприятия и приглашенных зарубежных гостей. Айя Мамрина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Более 32 выпускников школ получили право на бесплатное обучение. Такое предпочтение в этом году отдается техническим специальностям. И грантов по этим специальностям больше всего – почти 12,5 тысяч. Гранты выдаются на определенный список специальностей. Это те профессии, которые наиболее необходимы нашему государству. В их числе технические, педагогические и сельскохозяйственные. В случае, если у кандидатов на бесплатное обучение одинаковые баллы, преимущество отдается ученикам, окончившим Салтынбельге, выпускникам Назарбаев интеллектуальной школы и призерам республиканских научных и спортивных олимпиад. Отдельная квота присуждается детям-сиротам, инвалидам первой и второй группы, абитуриентам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны и представителям казахской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество.
Срок подготовки жилых домов к отопительному сезону завершится 1 сентября текущего года. В настоящее время около 70% жилого фонда уже навели порядок в своих домах. Однако среди жителей шахтерской столицы есть нерадивые домовладельцы и КСК. Несмотря на многочисленные предупреждения компании «Теплотранзит», люди все еще живут в ожидании чуда. Ждут, что дома им подготовит кто-то. Компания «Теплотранзит Караганда» предупреждает жителей Казбекбийского района, в случае несоблюдения графика сдачи домов, они будут отключены от горячего водоснабжения. В настоящий момент не провели соответствующие работы около 30 домов. Обеспечение верховенства закона – это второй фактор 5 конституционных реформ, направленных на укрепление казахстанской государственности и экономический рост страны. В судопроизводстве выделены 2 вектора реформ. Об этом в следующем сюжете. Новые ориентиры, которые стоят перед казахстанцами в национальной программе «100 шагов», поставили перед судейским корпусом ряд вопросов, решения которых направлены на развитие судебной системы. На сегодняшний день выделены 2 вектора реформ. Первый – совершенствование системы отбора судей. Второй – модернизация судопроизводства республики. Срок стажировки, практической стажировки, составляет 3 месяца. При этом предлагается увеличить срок для магистрантов специализированной магистратуры до 1 года. Кроме того, для кандидатов не магистрантов также предлагается увеличить срок стажировки до 1 года. Стажировка будет проходить на освобожденной основе, то есть с выплатом стипендии. По истечении испытательного срока кандидатура судьи будет утверждаться на пленарном заседании областного суда. Предполагается формирование 3-звенной судебной системы. Районные суды – апелляционная инстанция, затем областной суд и кассационная инстанция и Верховный суд Казахстана. Следственному судье в рамках усиления судебного контроля предложено передать ряд дополнительных функций – санкционирование осмотра, обыска и личного обыска. Перечень дел по гражданскому судопроизводству с участием прокурора сокращается. Расширяется сфера обязательного применения. Применение суда, присяжных заседателей и оптимизации механизма отбора в него граждан. Предлагается создать высший судебный совет. Носом в землю был уложен 47-летний житель Караганды сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области, у которого изъято вещество, похожее на ртуть. 3 августа сотрудниками УБОП ДВД области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе гаражного массива одной из улиц города Караганды задержан 47-летний житель города, у которого в ходе обыска обнаружены и изъяты 3 металлические колбы с веществом, похожим на ртуть, общим весом около 117 килограммов. Что-либо внятно задержанный объяснить не смог. На сегодняшний день назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.